Самые успешные, самые лучшие в своем деле. Учителя будут соревноваться в педагогическом мастерстве. В 4-й школе Черкесска состоялся праздник, который стал началом открытия городского всероссийского конкурса «Учитель года 2021». Кто решил поделиться своим опытом и профессионализмом, а также когда будет объявлен его победитель, узнавала Альбина Ламкова. Перед конкурсом «Учитель года 2021» была организована праздничная программа. Среди гостей торжества и победитель предыдущего года – учитель физической культуры Михаил Кузнецов. Ну и, конечно же, главные виновники – конкурсанты. В этом году их 12 человек. Все они успешно прошли первый организационный этап в своих образовательных учреждениях. Большинство из них – педагоги начальных классов. Их у нас 5 учителей. Ну и еще предметники. На муниципальном этапе победитель определяется по 4 этапам. Это состязание лучших из лучших, отметила Хаджата Гирбова. Среди конкурсантов есть и те, кто неоднократно принимает участие в конкурсе. Ровно 10 лет назад у Ольги Жугиной была попытка проявить себя. В то время она была молодым специалистом. Сейчас же за плечами многолетний опыт в педагогике. Ольга Сергеевна работает 20 лет в 13-й гимназии, преподает физику. Она говорит, что на этот раз у нее будет возможность не только позаимствовать навыки коллег, но и поделиться своими. Физика – сложный предмет, и, конечно, это первое, что вспоминают люди, когда говорят о физике. Но, с другой стороны, это очень яркий предмет, он очень захватывающий, он интересный. Поощрение и поддержка талантливых людей – основная цель конкурса, а повышение статуса преподавателя является важной задачей. Всех его участников объединяет трудолюбие, стремление повысить свой опыт, верность избранной профессии, ну и, конечно, любовь к детям. Они тоже пришли поддержать конкурсантов. Вы уже в финале, а впереди еще немало лет, чтобы воплотилась жизнь, о чем мечтали. Конкурс профессионального мастерства «Учитель года 2021» стартовал. Теперь педагогам предстоит показать знания в своем предмете, продемонстрировать наработанные умения и навыки в его преподавании. В результате будут определены лучшие, а имя победителя будет объявлено уже 25 марта. Альбина Ламкова, Рашид Токов, «Вести», Карачаево, Черкесия.